Чё? То мы такие? Мы команда КВН. Сборная. СНГ. Вольной. Борьбе. По. Так, поменялись. Еще раз. СНГ. Борьбе. Вольной. По. Сборная. Вот так вот нормально. Чё? С кем я разговариваю? Ты чё, надо мной раздеваешься, что ли? Вообще-то правильно будет издеваешься. Слышь ты, кучерявый. А ну стой и помалкивай, как этот дебил. Не-не, это хорошее слово. Здравствуйте. Говорят, что КВН уже не тот. Александр Васильевич, мы нашли их адреса. Поэтому не будем тянуть время. И мы начинаем. Чего ты спешишь постоянно? Можешь подождать? И запомни на всю жизнь, тема приветствия абсолютный ноль. Короче, сейчас миниатюра. Борцы пришли грабить банк. Но там борцы приходят, чулки на ногу одевают, а должны на голову одеть. Одели на ногу, пришли в банк, пистолет показали. «А-а-а!» — кричал она. «Нет!» — он говорит, борец. А он ложится и... Говорит он, ложись. «Нет, не могу!» — говорит. «Аминь!» Ты это неправильно делаешь. Чё? Ты объяви, мы сами покажем. А, ладно, сейчас объявлю тогда. Короче, случай в миниатюре. Борцы на реалити-шоу. Здравствуйте. В эфире «Дом-2», где одинокие борцы ищут друг друга. И я ее ведущая Ксения Бородина. Да мы тут все Ксения Бородина. А ну тихо там, Венцеслав. Мы собрались здесь на затылочном. На лобном. На лобном месте. Давайте голосовать. Кто против лысого? Ну что ж, давайте проведем лысого к воротам, и каждый пробьет ему по пенальти. Это был телепроект «Дом-2». И мы закрываемся. Счастливы! Короче, если что, я в караоке. Будет все, как ты захочешь. В общем, хотя кого я обманываю? Короче, борцы на телепередаче, что, где, когда, ага, сейчас подъеду.
Уважаемые знатоки, следующий вопрос задает работница ЖД вокзала. Чё? Повторяю. У вас ровно одна минута. Время вышло. Кто будет отвечать? Я скажу. Да, не, не я надо. Скажу. Да, не, да я скажу. Отвечать будет Саша. Иди. Иди, 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 иди. Ваш иди. Ответ. Мы берем помощь знатоков. Уважаемые знатоки. Иди, 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 иди. Вакуоль. Это неправильный ответ. Правильный вайкуле. Вот если не знаешь, куда лезешь. Мы почти выиграли. И со счетом 6-0 побеждают телезрители. Абсолютный ноль. Никчемнейшая игра. Кому я вообще это говорю? До нашей команды дошел слушок и говорит такой. Типа вы не пройдете в 1/4 финала. Я ему говорю, тебе это кто сказал? Он говорит, а там. И ушел. Так вот слушай сюда, а там. А вот посмотрим. Ну а для вас выступала сборная СНГ по вольной борьбе. Спасибо. Пожалуйста. Команда КВН. Слышь ты, дорогой зритель. Вот мы же из Сургута приехали, а там этого северного сияния завались, понял? Короче, у нас даже кафе с таким названием открыли. Я так понимаю, суп вы не хотите? Хорошо, блюдо я изменю. Слышь ты, блюдо изменю. Иди лучше официанта поменяй. Красиво здесь. Да, только вот буквы не хватает. А, точно, напиши. Не знаю, как мне... А вам здесь нравится? Да, хороший кафе-бах. Ты что, тупой, что ли? А ну, зачеркни. О, кафе-ба. Опять чего-то не хватает. Музыки здесь не хватает. Ну, давайте я спою песню. Какую? Моя бабушка курит трубку. Ну, это понятно. А песня какая? Моя бабушка курит трубку, трубку курит бабушка моя. Ну, это понятно, понятно, это ну. А песня какая? В общем, слушай. Моя бабушка курит трубку, трубку курит бабушка моя. И чё? Ну, это понятно, понятно, это ну.
А песня какая? Я ваш сосед снизу. Можно потише? А то у меня дома маленький ребенок. Скоро будет. Наверное, когда-нибудь. Вот, пожалуйста, подарок от шеф-повара. Фирменный салат «Северное сияние». Что такое «Северное сияние»? Не знаю. Я не знаю. Ну, ребят, «Северное сияние» — это свечение верхних слоев атмосфер у планет, обладающих магнитосферой. Видишь, он сам не знает. Почему так назвали? Как Александр Васильевич сказал, так и назвали. А если бы он сказал прыгнуть с 9-го этажа? Так он раньше так и назывался. Ладно, давай. Сколько он стоит? 500 рублей. 500 рублей за это? Сам его ешь. Ешь, сказал. Ешь. Съел? Давай 500 рублей. Давай деньги, сказал. Деньги давай, Алло. О, Мага, привет. Чё ты едешь к нам в Северное Сияние? Не знаешь как? В общем, из дома выходишь, идешь к автостраде. Перебегай его. Перебежал? Алло. 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 Чё они все сбрасывают? О, медведь! Ты чё? Это не медведь. Это человек в костюме медведя. Вот, смотри. А нет, медведь. Ребят, в общем, мы закрываемся, поэтому всего доброго, до свидания. Ты чё? Никуда мы не пойдем. Нет, нет, вы не понимаете. Кафе закрывается, вам нужно уйти. Ты чё, оглох, что ли? Мы с места не сдвинемся. Ах так? Я знаю, что вас, кавказцев, сдвинет с места. Стоим! Кавказцев, говоришь? Ну, Сискоридзе, ты же достал меня. Я ваш сосед сзади. Можно потише, а то у меня... А то что? Соседи снизу тебя затопят? Или пылесос у тебя не гладит уже? Ладно, вернись. За что вы нас, борцов, так не любите? С кафе гонят. С Олимпийских игр гонят. Чё они, гонят, что ли? Ну а если серьезно? Что мы хотели сказать нашим домашним заданиям? Я спрашиваю, что мы хотели сказать нашим домашним заданиям? Хорошо, что в КВН не гонят. Александр Васильевич, спасибо. Пожалуйста. Ну а для вас выступала сборная СНГ по вольной борьбе. Еду в